«Золотая маска» и МХТ. Театр имени Федора Волкова продолжает удивлять и радовать зрителей. Наши актеры вошли в состав жюри престижной национальной премии и приняли на своей сцене знаменитых московских артистов. Марина Смарагдова рассказывает. Четыре золотые маски обрамляют бюст основателя национального театра. Все разные. За честь и достоинство, за полноту существования на сцене, за главную мужскую роль и за спектакль большой формы. В этом году впервые два сотрудника Волковского театра, актер Владимир Майзингер и художник Илья Кутянский, вошли в состав жюри. Основные просмотры пройдут с 25 марта до 18 апреля. Весь спектр российской театральной жизни Ярославцы увидят в лучших образцах. Приходится вести такие специальные дневники для самих себя, чтобы, во-первых, просто эти впечатления потом не затерлись и не замылились. Мы же будем обсуждать это все. Вот. Потом, естественно, я знаю это точно, потому что я сам много раз ездил на «Маску» и с разными спектаклями, и был номинирован на «Маску». Между тем продолжается совместный проект Волковского и Московского художественного театра. В афише «Женитьба Гоголя». В Ярославль приехал режиссер спектакля Игорь Золотовицкий. В этой роли он у нас впервые. Не так часто выезжаем с этим спектаклем, и мы благодарны дирекции Ярославского театра Юрию Константиновичу, так как он сотрудник, родной нам человек, особенно в школе-студии МХАТ. Вот, поэтому нам очень здесь приятно. Ректор школы-студии МХАТ признался, что в профессии его фактически благословил Александр Сергеевич Кузин. Было это в Ташкенте. А среди участников встречи как раз оказалось много студентов Кузина. Мир все-таки тесен, надо признать. Общение получилось на редкость теплым и заинтересованным с обеих сторон. Да и ярославскую публику московские артисты оценили по достоинству. Взгляд с той стороны рампы был благожелательным. Как бы этот покой, как бы такой слегка северный, как мне показалось, такое достоинство, которое существует в зрительном зале, оно потом с лихвой выплескивается все в финале, в приеме актеров. Станислав Дужников подписал на память календарь, пожелал удачи не только нашей редакции, но и всем зрителям городского телеканала. Станислава ярославцы увидят в еще нескольких постановках МХТ. Запланированы и съемки в нашем городе. Марина Смарагдова, Михаил Орлов.